Чанама до казина. Да, есть 8, там 5 человек плюсануло, еще Джериан, ты, Суслятинка. Отлично. Да, я захожу на БДК. Альпич не пролетай, клацай, локай. Пускай хардмод и просто по фасту сбивайте этих всех, все вышки запускайте сразу босса. Я пока зайду, помню пароль. Останется 4 слота, кажется. Кто-нибудь выдергивал из носа резервку? Волосики. Нет, только сопли и козюли. А чё вы волосики? Я только козявки выдергиваю, а волосики оставляю. Не, ну волосики вот в самом краешке вот тут торчат. Вот. Ну, кто-нибудь выдергивает? Попробуй обрезать. Пати, давай сюда, да, правильно. А есть здесь какая-то приколюха вот такая, типа бритвочка или что-то вот такое, крутящееся такое, типа в носу подстригать. Есть такая хуйня, да? Как это называется? Триммер. Триммер. Кто? Триммер. Триммер. Кажется. Триппер. Лучше вырывать, да? Не. Ну почему не? Не то, что вырывать больно. Ну чё? Ну, ты же мужик. Я без рука пойду. Ну это не точно. Должен терпеть боль. Ну типа, идёшь в рейс, боль. Это боль. Должен терпеть. Там вы раздуплились хоть? Тут же запустил хардмод. Я не знаю. Да, я запустил. Да? А где машина? Ну, он болтает долго, решил. А что в итоге? Обычка или? О, калп зашел. Полную ножку. Ну, как-то. Прослышал новость про Улю. Я ему позвонил, просто говорю, Ульда, заходи. Я в беседку написал еще 3 слота. 2 слота осталось. Так. Не знаю, пожарного таким составом сложно будет убить. Да изи вообще, пожарный. Миликов много. Да похуй. Да, миликов много. Какой пожарного. Да вообще все хардмоды делают все. Нет, каждый рейд в льду у миликов много. Ладно, мне надо и танка на кошатницу. Берите разрушители, поехали по правой стороне. А, самонителы? На, стоп, у нас один слот остается. А, два, или внуши. А, да. Там кто у камушка? Фулл грин, смут вейн, самонитель лука. Мне осталось минут 6. Кашу доварить. Чего РТ не поставили на завтра? Так еще сегодня не закончилось. Еще и выкапывали. Мы обсуждали, что ставить, мы так и не решили. Ну ставь что там. Геру. Ну, если народ хочет Геру, то пускай Гера будет. Зайдут нормально. Ну, я могу написать, типа, через Или. Ладно, если... Ладно, напиши через Или. Могу. Так. Ну, что там Олег пишет? Я ничего не писал. Ну, напишешь. А что, бой висит? Тут вот хорошо. Так, а еще раз запустили Геру или обычку?
Геру. Вот это удаленка. Ну, просто рискованные пацаны. Я пал. А я тут прыгал в пропасть, короче, улетел. Там мой чоппер такой маленький стал. Так, тачка еще не все, да? Берите тачку, везите туда. Или мы выдержим это? Типа вайпаться. А чоппер это что, разбойник, что ли? Или энергии недостаточно? Так у них у всех энергия. Кот может. Кот, наверное. Ну потому что бегает так быстро. Че, берем там чата людей или нет? Ну, чат придется на голову претендовать и на ачив определенно. Лут будешь разруливать на всех. Ну то есть там на трансмут и все прочее тоже на них. Да нет, ты напиши голова анрол и все, нахуй бери. И клинька с Минерона тоже анрол. И Войду дать лишь это жанром. Я займу это. Должность. Я хочу убить. Мой любимый босс. Этот убить. Короче, орбитацию, потом типа сорян, ребята, голова анрол. Это будет кидалово. Так, кто сакрил трэш, добейте, а вот убой висит. А чё они запустили босса? Чё, надо запустить? Наш голос. Запустить, умереть. Так тут надо, наверное, мобов убить. Никто не тут видит. Много народу очень, я не знаю, можем... Подъезжайте пригнать сюда, ещё машины. Бейте мобов, запускайте босса. Появится машины все здесь. Поехали все к боссу. Сейчас умереть надо будет. Можно не умирать, конечно. Можно начать бить. Вы сядьте просто, когда босс запустится, сядьте в пассажирское место, босс забагается и все. Я пойду в тачки. Ршам 6.1 в гильдии. Есть. Надо? Да, в гильдии пишет Аршам 6.1. Какие-то идут эти мобы какие-то странные. Оба-на. Кто-то маяк запустил, наверное. Вот сюда подъедьте все, прям под босс, и сдохните быстрее. Да. Потом самолет их босс. Запустили. Че, сдохнуть надо, да? Ладно. Ну, если не хотите 5 часов сядет, то надо умереть. Проще всего сдохнуть, вот разливается лужа, кидайте огонь, ну, единичку в лужу и заходите. Ну чего? Вылезайте с машины. Вылезайте с машины все. Дохнем. Ура! Он машины будет бить, не запустил. Ну, машины будет дольше бить, если с них вылезти. Лучше в лужу заехать, и машины очень быстро умирают в огонь. Скоро. Ну так я не вижу вообще машин, тут только... Лаура, зачем ты убегаешь от босса? Скажи, пожалуйста. Лаура, ты... Ну ты каракроман, слышал. Падай. Это каракроман предложил шамана 6.1. Вражеский маневр предупрежден. Перерасчет параметров боевых функций. А ты как будешь его считать? По моей таблице или по своей какой-то? По своей, наверное. Она у тебя где находится? В голове. Ничего там, расхождение сильное? Без понятия. Ну если вот взглянуть на ту таблицу каналом ниже.
Надо перенестись туда. А вы чё, орбитафию хотите делать? Ну да. А чё написано? У меня там за неё 450 ИП. 50 просто за изимот. За 10 ИП за дворфа. Ну, дворфа, да. 25 дворфов пожарить будет. 200. Я думаю, да, 25 пожарить будет 250 ИП, неплохо, как мы происходили. Мне нравится идея. А как? Кто опять запустил? Ты что там, куда наёмали? Так, у нас ретик отваливается. Я здесь. Ставь шкаф пока. Кто быстрее? Нихуя себе, а чё разрушитель может лужу разливать? Офигеть. В смысле, нет. Ну ты видел, вот сейчас разлил разрушитель. Чё за дичь? Там походу чоппер просто текстурка. Я сама офигела. Смотри, вот сейчас другой разлил, смотри. Вот, я же говорил. Ой, все. Везде обман. Здорово. Да вроде нет там чоппера. Ладно, шкаф фанули, сумоним тогда. Как, я с тобой. Я с тобой. Смотри, осадная машина тоже разливает эту лужу, короче, черную, с пузырями такой. Джерин, принимай сумму. А смотри, дверь такая красивая вот назад. Мне не сумманится, я сейчас ТП-шнусь, просто тут на начале чинился. Счастливый тут. Надо здесь сейчас. Кто ставит? Упадем мы сейчас или нет? Мы что, орбитафию делаем, что ли? Ну, походу, да. Попробуем. Мне еще раз счастливо было. Здорово. Это кто был? Это я был. Риды по макросам собираемся. Так, давайте ставим плюсы, кто умеет стакать эти колчеданные. Подбирать колчеданные. Мы с калком сели уже. Так подбирать или стакать? Потому что стакают те, кто и то, и то. Подбирают те, которые пушки. Ну это я просто один уровень интеллекта, поэтому. Я подбирать умею, а стакать никогда не пробовала. Хорошо, Альпич, вылазь, в звездочку садись, кроме будешь подбирать колчедан. Буди, пойдем со мной. Я во втором разрушителе сижу уже. Раскатили стакать будешь? Ладно. Садись. Альпич, в кружок садись, будешь стакать колчедан. Зачем левые люди садятся в машины, когда я вас этого не прошу? Отлично, звездочку. Кто там, Фула, с кем ты хотел сесть? С Вуди. Садите звездочку Вуди и Фула. Еще раз плюсы поставьте, кто умеет подбирать колчедан. Неймер, садись в звездочку. Будешь подбирать колчедан. Смарткил в кружок, будешь подбирать колчедан. Так. Калк, садись в звездочку, будешь стакать колчеданы. Мы с Калком сидим уже. Хорошо, звездочку Джерин, садись стакать колчеданы. Смарткил, ты умеешь? А, все, ты сел пассажиром. Джерин, ты в звезду. Так, кто там еще умеет стакать всю эту фигню? Плюс поставьте. Так, отлично. Тогда я в кружке. Твой нап в машине сидит. Неймер.
Он сказал, что умеет стакать. Я в кружок пойду стакать. Так, звездочки, кто сидит сейчас? Ну, наверное, мы с Уливалином. Хорошо, звезда есть. В кружке кто сидит, кроме Зелоны? Вейдер. Зелоны кто? Арт Вейдер. Хорошо. Идем тогда дальше занимать машины. Пошли за квадратом. Кто без машинок, идем к квадрату. Давай, сейчас счастливый, занимай пассажирское место. Знаешь, что там делать? Нет, ты должен быть в пассажирском месте, там три скилла, генератора защиты используешь только тогда, когда машина подъезжает к боссу сбить каст, понял? Отлично. Остальные скиллы прочитай, их там надо просто наносить урон по боссу. Кажется, единичка. Сбивайте вы колчедан. Да, что единичка. Вы делаете? Все правильно, пускай сбивает. Так. Он пропадет. Флю, беги, садись в этот квадрат, будешь водителем. Кто еще без тачек плюсы поставьте? Шарите, что делать в осадных машинах, объяснять или нет? Сектор газа. Садись в звездочку пассажирам. Поставь плюс, если знаешь, что там делать. Прочти внимательно третий скилл, генератор защиты. Его нужно использовать только тогда, когда машина подъезжает к боссу, сбивать каст. КД 1 минута. Единичка и бьешь по боссу, двоечкой по колчеданам. В воздухе летают эти... как они... бочки, короче. Бочки в воздухе. Бочки, да, бочки. Хейзенберг, садись. А, подожди, стой, не садись. Кто там сел? А, нет, это просто забанилось. Хейзенберг, садись. Олег, черный лимон, кем зайти? ШП, сова, лук. Хейзенберг, ты пересел в этот пассажирский? Да. Отлично, знаешь, что делать? Нет. И скиллы, троечка, генератор защиты, твой деф, когда машина подъезжает сбить каст боссу. КД 1 минута, единичка бьешь босса, двоечка и бочки в воздухе. Ладно, забей, на бочки бьешь, будешь бить просто босса. Маму, на раз, бочки я понял, ладно. Садись, звезду будешь водителем. Короче, еще... босс будет вязать огненное дыхание, вот этот каст надо сбить машинам. Сбивайте, пожалуйста, под конец каста, не сразу, а под конец. Потому что когда он вязает огненное дыхание, босс просто стоит, не двигается. Вот, поэтому ждите конца каста и тогда сбивайте. Ну, скажу поочередно, сбить я каста, ну, я не знаю, поможет это вам или нет. Там сектор газа первый, ламура второй, флю геге третий, четвертый. Машина загадка, не вижу ника просто. Так, давайте суманем ежика в снегу уже здесь. Так. Дисрапта, ты где? В чоке? На мотоцикле, чтобы кинул проклятие. Я понял. Запомните, пожалуйста, кто с кем сидит. Если сейчас багнется босс, надо опять пересаживаться. Главное, чтобы сначала сел пассажир, нажал на место пассажирское, только тогда после него водитель сел, потому что если вы сядете наоборот, то вы просто забагаетесь, вам придется делать эрлок. Это потеря 30 секунд. С пула... как начнется бой, сразу настакиваем двойку, 10 стаков, чтобы было на боссе с пула, то есть за 12 секунд надо, чтобы было 5 дебафов этого колчедана по 10 секунд. Погнали. Видите, я уже двоечку настакиваю, у меня уже 3 стака.
поджигайте подбоссы. Чё, перелужи подбоссы, поджигайте, сразу же дамаг получает больше. Сейчас начнется двигаться босс. Сейчас начнется босс. Начинайте подъезжать к смарт-килл подбирай. Отлично. Всё, пока больше не подбирай. Так. Бутербол убегай. А мы пока двойку жмем по боссу. Тут смарт-килл подбирай, колчедан. Подбирай, Немер, ноль энергии. Че ты, Немер, вообще что ли? Подбирай, колчедан. Избегайте желтых, этих красных, синих лучей. Смарт-килл подбирай, колчедан, если можешь. Осадная машина, сбиваем каст и вязаем генератор защиты. Смарт-килл подбирай. Сейчас еще. Подбирай, колчедан. Чем ты разгонку дал, Наймар? Ты не на нас. Смарт-килл подбирай. Так, каст надо сбить. Подбирай по КД. Я двойку тупо спамлю. Подбери. Еще ближе подъедет. Так, подбирай еще. Камер подбирай. Так, сбиваем каст, осадная машина, ускорение, сбить каст, генератор защиты, кто может. Двойку жмите, когда у вас много энергии. Много урона наносит. Так, отбегаем от этих лучей. Они замораживают машину. Каст сбивайте. Разгоночку. Разгоночку. Сбивайте колчедан. Вот за ним летает. Так, ну не знаю, колчеданы кончились, надо просто уже добить, дозергать. Чё, пере на себя и убегаем. На себя и убегаем. Бери по колчедан впереди, Немер. Впереди нас колчедан, подбирай. Так, я смарт-килл, я сейчас бегу к колчеданам, подберешь их. Отлично. Ох ты. Где колчедан? Ааа, украли колчедан. Кал-кал-кал. Сейчас, сейчас возьму. Сейчас обью. А ну подбежи к стене, подбеги, а, приз. Ну, ну нафиг. Давай, Джонси, нагибай. Морфил, попробуй подобрать еще. Включаю крылья, добиваю босса в этот. Морфил, давай, подбирай еще. 2500 урона. Сука. 9 лямов оставили, да? Ах, жопа. Больно. Ну, все то же самое, только толчеданы не будут. Босса кто кайтит. Кто кайтит босса, надо его кайтить к местам, где лежит колчедан. Чтобы люди, которые ехали за ним, сразу помогли его подбирать потом. Может, если не в ту сторону босса повести, то проебемся с колчеданом. Давайте сейчас внимательно. Опять машины реснулись. Сначала залезают пассажиры. Потом водители. Водители, ждите. Короче, если есть ситуация, там, допустим, колчеданов больше нет. Жмите двойку раз в 3 секунды. Полный, хотя лучше раз в 5. Один, один, два. Один, один, два. Ну да, там, по КД двойку не надо. Потому что самый лучший урон от стаков. 10 стаков. Да. Так, калк. Где ты? Я в самый последний. Ну тут смарт-килл. Я в самый последний. Вылези, смарт-килл. Кыш, моё. Кто в чопперах сидит, трэш, когда с фреей появляется. Цветки вот так. Эти. Их на себя и уезжайте от них. Не должны машины бить. Так, разрушители не забагались. Никто не забагался. Так, все отлично. Отлично. Артвейдер, ты где сидишь? В КД.
Ну, наверное, осадки там Зелон и Эртвейдер. Так, ну погнали. Тут надо подъехать близко на радиус агра и потом выстрелить по воротам. Я в первый гутер был. Да. Слушай, никто не забагался, поразительно. Блин, я думал, блин, сейчас, ладно. Не стреляйте сейчас по боссу. Не, с первого трая его почти нереально убить. Это надо, ага. Чтоб все всё знали. Надо собраться. Там, блин, если бы еще пару колчеданов было, я бы добил, наверное. Ну, заезжайте за линию быстрей. А вот одного там никак 9 лямов не возьмите. 9 лямов мог. Да там, блядь, убил бы его уже трэш. Там было 9. Там было 14 сначала, типа. Серьезно, если бы были колчеданы, добили бы стаки его. Этот Хейзенберг, ты тут? Да. Ну, в осадной машине тоже как-то урон больше наносите, то в пассажирских местах нажимайте единичку по боссу, это тоже урон. Давай, Хейзенберг, заходи за линию. Кто еще вот в звездочке, кто там не сел? Он стреляет. Два мага. Я сел, но он не пересаживается. Ну почему не пересаживается? Поехали. Наста, подождите, два мага, они релогаются просто, не запускайте босса. Не стреляйте по нему, не стреляйте в его сторону вообще. Все, он вышел, так не стреляйте. Идем, двух магов, сейчас они перейдут. Да, зайдут и сядут. Когда напрыгай быстрее. Сектор газа, где? У нас трофейка стоит. Что? А сектор газа? Сектор газа, садись. Садись, звезду. Молодец. Все, погнали. Стакаем? Да, да, да. Бля. Настакивайте быстрее. Олег, ты подошел поближе, колчедана мне достаю. Так, пока не надо. Под, сейчас подбери один. Лучше по боссам поджигайте, урон по нему проходит хороший. Каз надо сбить. Кто-то не стакает колчедан один. 4 дебафа. Чё за прикол? Это 4 машины, потому что... А, да, да, туплю. Думал, 5. Может, я не скрою. Пожалуйста, бьи. Впереди, бери, бери, впереди. О, 5 дебаф. Только 5 дебаф появился. Круто. Подбирай, смарт-килл, 1 единичку. Подбирай, тут есть колчедан. Еще вот, да, да, да. Смарт-килл, подбирай. Так, убегай. Сектор газа убегай. Вдоль ворот катите, где колчедан лежит. Смарт-килл, пока не подбирай. Убирай, в другую сторону, в другую сторону, сектор газа, в другую сторону, в другую сторону. Сбивай Тикаст. Сбивай Тикаст. Да, никто не сбил каст, молодцы. Так, разгоняйся, надо подбирай. Разгоняйся. Впереди, подбирай, впереди вот мне, где осадка стоит. Синие лучи, убегайте. Бери впереди. Маркил, подбирай и разгоняй тачку, подбирай. Ладно, не разгоняй уже, не надо. Бери два сразу. Ничего, подбирай. Два. Все, не надо больше, ничего подбирай. Ничего,
Еще зачем ты в огне стоишь? Ну, зачем в огне? Я сказал, чедан возле огня подбирай. Подбирай его твой. Сверху разбивайте новый колчедан. Попасть. Вот летает прямо над нами. Да, разбивайте каст боссу. Можешь ускорять. Вот тот колчедан, я бери его. Бери. Речь. Я чё тут стаки потеряли, жесть. Блядь, ну... Где твой камень? Есть колчедан. Бери, впереди колчедан есть. Бери. Два колчедана. Бери, пока у нас есть хп. Я убили, короче. У меня ещё фулл. Ещё колчедан впереди. Рандомная фишка. Поднимайте людей, пока разролим. Ролим выкройку все. Куда сейчас Игнис, робот? Идем. Ну это 10-15 минут минимум. Надо как? Кольчужные. Там тоже рандом мобы не выйдут. И все, я буду не 15 сидеть, а полчаса. Ну Мудвейн тоже роли. Идем на ро этого, на Игниса. Так, сейчас я разролю. Я его разобрать хочу. А, 415 надо, инженер. Нихуя себе. Так, счастливый ты в танке, если что. Сейчас я приду, буду танчить. Бьем звездочку. Ставьте ауру на... Стоит уже, ладно. Значит, предлагаю дворфов не трогать пока. Она же легкая, чего? Она легкая, но она долгая и нудная. Я бы вообще сейчас на робота пошел. Переживай, пойдем, наверное. Дайте каску, Ханта. Бафы, кстати, да, паладины там распределяли, ничего не назначал. А мне даже кулака не было. Кулака, конечно. Фу, шаман. Резко. Я шаман, да, держи. Как сбивать этот каст? Он сбивается, жар, что-то там. Станом надо, станом он сбивать. Ну легко сбивать. Вот сейчас дайте стан в каст. Так, у них еще агро есть даже, блин. Так, счастливый, ты знаешь, как делать ичиву под названием что-то там? Завожу пукан, они раскаляются, завожу воду. Все, да? Верно, да. Пукан, да. Потом фурик подходит и, короче, вихрь дает. Да.
Там вы, если что, ищите, походу, делают двоих людей, на всякий случай. Да. Что, нравится? Не. Чего? А кто лучше передачи делает, чем он? Ольга Бузова. Какая Бузова, блядь? Жан Назарбаев. Гордон Рамзи. Назарбаев, а кто это? Не, ну Рамзи, блядь, там адская кухня в основном. Погнали. Не, они оба красавчики по-своему. Кому истерия? Кому надо на надо истерия? Давай, дай на войну. Ой, это у тебя резист стоит. Чё? Резист стоит. Кто стоит? Резист. А чё это такое? Подожди. Ну тебе не надо. Прекращайте каст. О, да, вот если нажать мастер ар, мы не будем подпрыгивать. О, я ковши, ничего себе. Пожал защиту. Верно, выжил. Бри, бри, суп, пока ты в ковше. Да. Готовить вкусно с Джейми Оливером. Готовить вкусно с Игнесом. Я тебе специально сделал два ковша огненных под водой. Прекращайте каст. Там я раскалить, завожу, да? Ну, если они... Да, надо двоих раскалить, иди заводи. Когда они станут красными, заведешь воду. Давай быстрее. Может, больше не будем атаковать? Чего? Надо, ну, говорить, два ляма осталось, может, стопнем? Уже все. Ничего страшного. Завтра сделаете. Так, что вы и так уже сделали? Сразу до робота идем. Так, пояс. Бисовый пояс, кстати, на Фурика. Рога, кот. Так, где ты? Так, значит, не знаю, три хила вы захилите? Круми, Хейзенберг, Фула. Наверное. Бутерброд, Лавенко. Делаем сердцеед счастливой. Будет одна переходка, выйдут большие мобы. Попробуешь сагрить хотя бы двоих. Да, нафига она нужна. А истерия стакается с крыльями? Нет. Да. Блин. Все готовы, погнали. Кидай. Подожди. О, там топ ДПС. Фигня. Да, посмотри. Правильно, рога первый по дамагу. Давайте так, с гравитационной бомбой, черная метка, надо будет постоянно выбегать из рейда. Так, играйте фул дамаг в обнаженное сердце. Убьем, начнется хардмод. Счастливая твоя задача трэш словить. Звезда на тебе. Кружок. На мне другой моб. Квадрат. Трэш надо слить.
захиливайте рейд. Клама ботов убивайте, бум ботов. Давайте, темпе, потом босса добить будет. Метки сначала слейте. Счастливый, выходи с рейда, счастливый, отбежать от него, счастливый, отбегай. Ну все, теперь просто дамажить босса и отбегать с черной меткой, захиливать землетрясение. Может быть. Ну, не знаю, какой профит будет лучше, на 30% или сейчас. Короче. Через минуту типа. А здесь в этом инсте какие идут? Гуманоиды или кто? Ну, это анимешники какие-то. Механозы. Наймер. Еще раз и по одному, пожалуйста. Йоксарон бог. Элементарь. А, нет, это алгавор. Элементарь. Наймер, ты не спекнулся в кота минус бонус фуриком троим. Дилон, выйди с рейда. Нытка. Дилон, выйди с рейда. Дальше. Ага. У нас такие неплохой ДПС для 23 человек. Хардвейдер, метка. Давайте рост. Мы как-то делали быстро разборку в 25 человек с тремя хилами, кажется, из двумя. Давно было. У нас не три хила? Три. Быстрое убийство закончится через 5 секунд. 7 лямов. 7,5. На, ну, все-таки не топовый ДПС. Наймер, спикнись лучше в кота. Так, 18 по дамагу. Бомба у нас будет фуриком. Портуемся вестибюль, и пока ничего не агрим. Так, без тапки на кастера. Это на танка. Ну давай, я пароль, тоже класс, я выиграл. Это тоже на танка. Держи, счастливый. Так, идем трэш чистить. Исхода выполним. Значит так, на звезду, пожалуйста, покаяние, либо ретрик. Играем в кружок. Сейчас, секунду. Пожалуйста, дайте по кружку стан. И потом играем в кружок. Ну, что-то станет, не пойму что. Пожалуйста, кулак по коту. Скинет с собой, поднимите войда. Играем звезду, стан второму мобу, если это возможно, там иммун есть, уже не помню. А, он даже не сорвался. А, блин, сейчас отведу отметки, сорян. Но он не танчил.
Становитесь все под босса, существует миф, если вы далеко от этого моба стоите, то по вам босс наносит урон. На звезду покаяния. Здесь ты будешь? Да, сейчас. Ты не... сейчас сам говоришь мобов. Каких? Красава. Ёлк, что ты делаешь? Убирайте ремонтиков, мелких дворфов. Сейчас подойдет большой моб. Встаньте все под звезду. У кого-то есть танк аспект на следующего босса, на Калагарна еще. Отлично. Сбиваем остатки мобов. Профитрон до сих пор собирает ЦК 25-7. Мозга. Это у него имба задр в рейде? Звезду играем. Зачем вы отбить мобов? Да, это он. Судя по течу. Так, делаем хардмод. Толстяка последним убиваем. На толстяке будет Калк сидеть. На малгейме счастливый. Я на мелком. Сбиваем кресты по возможности мелком. Теперь, когда убьем мелкого, будем бить Малгейма. Я скажу по команде, когда разбегаться, дать Саку. Что еще раз, на каком числе? На Малгейме. Сначала играем в звезду, потом в кружок. Горн. Джанси готов, Джейлин. Так, все заходим за линию, танки вперед, я пошел агрить. Кроме хиль, калка, частицу на калка, диспель с него метки. Я по диспельсу. Бил первый каст. Я посмотрел. Хорошо. Убегает дурачок. Опять убегает подруга. РДД, остановитесь в этот синий кружок. Выбирает 50% урона. Касается всех ДД. Счастливый Малгейма подведешь под синий круг, хорошо? Сбил каст. Когда исчезнет синий круг, вы должны все набрать дистанцию. Будет большой желтый круг, наносящий по вам урон. Вы будут разбежаться, дать саклю, по возможности идем на хп. Пошли бить этого мулгейма. Отведи сталилома. Встали, РДД, встали все в эту сферку. Кружок этот синий. Пропадет, все выходим на дистанцию. Сейчас появится еще один синий круг, и сразу за ним желтый большой. Разбежались. Давай, Сакро. И на фуле залезть. Короче, ретаунт прожал, не агрис меня босс сейчас. О, блин, переагри, я дурачок, я не того сагрил. Подумал, я мол гейма сагрил. Ладно, добивайте так. Пейте фласку, которая превращает вас в дворфа, сделайте дополнительное чего. А мне мало закончилось. Ставьте тем на ману. Пару секунд. 3 секунды. Не знаю, там хэпало много маны, там дохилит. Сердце этот, как его, безоружен, надо вспомнить, как его делать. Так, 4 руки слить, 40% оставить боссу, появляется левая рука до 10%,
потом сливаем правую руку на фул и левую одновременно. Кажется, так, да? Ой, лох. Молодцы, ребят. 91. Перчи нормальные, да, нахпалы будет. Да, супер. Только не нужны. Умный. Лок, ШП. Перчи. Нужны, говоришь. Оригана, передай ежику в снегу штаны. Пресса, этикалка. Это надо? Давай Робби отдадим. Оно двуручное. Ну, двойное. Бисовый меч двуручный на фурикан, да. Ну, бисовый. Так, поочередность танкинга, короче. Я первый, калк второй, третий счастливый. Забираем по одному стаку. Один стак на мне, ты забираешь так по кругу. Сливаем левую. Левую руку от вас, правую потом. По боссу вообще не бьем. Бресните калка. У меня КТ нарез, я все рез. А, понятно. Забафайте калка сейчас. Да, выключаю дух стаи. Левая рука, ну, имеется в виду вот это. Сначала звездочку, потом кружок. Одна рука отнимает 15% по боссу. Надо слить 4, чтобы было босса 40%. Потом появятся две руки. Вот это правая опять. Звездочку дольем до 200 тысяч кхп, до 300. Не проще босса подбить? Зачем 4 руки ждать? Но все равно побочный урон будет лететь. Ну ладно, ты прав, чек. Сначала играем в правую руку. Присрав готов, калк. Да, рыба. Нет, рыба. Я поставил. Я пошел. Так, забирай калк. Играем все в правую руку. Теперь в левую. Танк, который не танчит босса, забирай осколки, мелкие мобы. Счастливо забирай босса. Осколки играйте все. И в эту, в левую руку. Сливайте левую руку, потом босса до 50% хп сливаем. Так, играем все в босса до 50%. Осколки надо слить. Можно стопать. Стопать я по боссу, стоп по боссу. Вольт пингуешь. Сейчас появится рука, играйте в правую руку до 300 кхп. В руку? Правую руку играйте до 300 кхп. Калк, забирай с меня босса. Доты выбирайте. Калк. Стопайте по правой, фулл дамаг в левую. Когда левая умрет, играйте в правую. Играйте по боссу теперь. По телу босса сыграйте немного. Давайте рост. Все рост давайте, играйте в правую руку и добивайте босса. Блять, 5 секунд еще. 3, 2, 1. Че не сделал для чего-то, блин? Так она у всех есть просто. Не знаю. Какую ты хотел сделать? Типа на две руки и тело. Там надо 6 рук, а не 4. Да при чем здесь это чего? Я про вам про обезоружен говорю. Подожди, сейчас я найду ее.
по таймеру показывало, что еще 5 секунд есть. То есть мы слили первую руку, вторую, убили босса, и ну, это мы сделали за, как там, за 7 минут. Ой, за 7 секунд. Блин. Что за прикол? Ну что, с босс уже подойдет. Можно налево пойти, там трэш убить. Можно и этот сюда подтянуть. Возможно. Так, делаем кошмарницу. Надо еще один танк. Разруливайте, как они шею. А я тебе давал счастливую шею. Так, счастливый, ты звезду танчишь, я кружок, мы в одной точке танчим, окей? Сейчас я приду. Погнали. Равномерно подбивайте мобов. Кого? А, надо дальше их отвернуть еще, да? Я забыл. Значит так, тактика калк, счастливые будут держать мобов по две штуки. Англиф, спекайся в протовара, будешь держать защитника. Пусть я буду босс. Сюда, можем тут убить. У нас еще два протопала сейчас у нас, нет? Нет, давай сначала здесь еще трэш убьем, погнали за мной. Давай. Вот здесь. Да, здесь протопала держит трэш. Если будет много стаков, скидывайте баблом и сразу таунтите мобов. Так, ну погнали сейчас опять танчить. Ты звезду, я кружу. Ладно. Короче, я кружу. Я звезду, короче, танчу. Так, антифир. Альпич, кинь на меня антифир первый. Сразу кидаю уже. Весь рейд будет стоять под боссом. Может, босс юзает крик, который урон делится по 25 игрокам в рейде. Будет стоять там два человека или один танк, он умрет. Вары, надеюсь, вы знаете, что надо сбить каст. 7 минут рост, плохо. Может быть вайп. Блин, не сделали обезоруженного, капец. Я расстроен. Да нифига, у меня не ты. Так. Чё там? Только босса бьём или этих зеркал? Да, босса. Босса, паладина, чё вы тут там танчите, трэш? Подводите их сюда в рейд, только танчите около стенки. Хила не достанут. Танчите звезды. Они будут в рейд прыгать. Да. Вы сейчас умрёте от них. Ну давай посмотрим, давай. Станьте все звездочку. Сейчас будет конусный удар. Иск, 5 секунд. Дали в звездочку, сейчас будет дикий выход. Ну, два танка упало, блин. Падайте. Падайте. Ну, если зерги, это когда она дает фир, когда она еще не постановила фир, нужно прожимать БЗ. Ну, типа. Сказал. Скидывает бабу. Там еще рано до стаков было, там просто не хилил. Танчите там, где я вам сказал, возле босса под стенкой. Можно прожать бабл, нажать cancel аура и стаунтить мобов, но походу это не для нас, да? Там... Их просто не хилили, они не догадались прожаться, вот и все. Ну, бабл там